Национальная библиотека Узбекистана пополнилась произведениями писателя, мастера детективного жанра Кемеля Токаева. В Ташкенте отметили его 100-летний юбилей. В рамках мероприятия состоялась выставка, где были представлены произведения Токаева, журналы, изданные под его редакцией, статьи, публикации. Кемель Токаев – драматург, участник Великой Отечественной войны, его романы и повести популярны в Казахстане и за его пределами. Хочу призвать читателей, особенно юных читателей, если они еще не знакомы с творчеством Кемеля Токаева, обязательно прочитать его книги, поскольку это самая настоящая классика казахской национальной литературы 20 века.